первый период жаркий, опасный момент. Русская классика в парке Малевича. На льду встретились настоящие мужчины – «Армада» и команда Галицинского пограничного института ФСБ России. К концу первого периода счет 3-0. Лидируют одинцовские хоккеисты. Соперники молодцы, ребята молодые, бегают активно, интенсивно борются. То есть, ну, то, что мы забили, это, конечно, здорово, но у нас вратарь молодец, помог, много отбил. Ирина и Сергей болеют за команду Галицинского пограничного института. Это и понятно. Их сын Ярослав – нападающий. Родители признаются, они – самые преданные его болельщики. Несмотря на то, что присутствовать получается не на всех играх, каждый раз волнуются, как на самом первом матче. Когда ребенок твой выходит на лед, это какие-то вот особые чувства. И за команду, и именно за твоего ребенка ты понимаешь, насколько, какая ответственность ложится. Ответственность у игроков большая. Матч приурочили ко дню защитника Отечества. Конечно же, самое главное – это игра, посвященная этим ребятам, которые выполняют боевые задачи на передке. Вот, наверное, это самое главное. Хорошее настроение, поддержка зрителей, ну и праздник. Трибуны поддерживали хоккеистов. Во втором периоде команда из Галицина шайбу отыграли. Матч окончился со счетом 4-1 в пользу «Армады». Несмотря на это, настроение у игроков было боевое. Карина Гиряшева, Денис Харламов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».